Да, пусть и будут, мало ли потом получится играть. Или они сами ставят, просто не роль шмотки, если не ходят. Так, ребят, сейчас будем разраливать шмотки, а дальше пойдем на нуба. Попробуем пару трав сделать. Не поискан. Да, вот, Тараска. 5000 старт. Паша Спирит 10. Паша Бойчик 11. Буревестник тебе не на моим. Там меткость. Бойчик 16. Раз. Бойчик 25. Паша Спирит. Раз. 26. Бойчик. Раз. 26. Бойчик. Паша Спирит 30. Раз. 32. Бойчик 31. Давайте увеличивать ставку. Паша Спирит 35. Раз. 35. Бойчик 35. Паша Спирит 40. Раз. Забирай. 42. 43. Паша Спирит кидай один. Не, ну а чё, он его хорошо буш станет. Не пристраиваю. Подожди, пока. Не что. Мам, что не будет. Дай обмен, еще раз. Я просто отнимал тебе ИП. Ну, ГЦ, ГЦ пойдет, кинжал пойдет. Ком. Так, дальше-то, ноги. 258-е на танка, на мейн, платные. Так, у нас по мейн танка никого нет. Сейчас, но в 2,5 можете херовать, кому надо. Блять, скиньте моему вару пузо и щит, пожалуйста. 2,5 good help, раз. 2,5 good help, два. 2,5 good help, три. Подходи на обмен, поставлю квадрат себе. Дай обмен. Ой, блядь, я опять сказал, да, ноги же 2200, ты, ну ладно, ты все равно 2,5, там 1250 за ноги, ну ладно. Ну, я же не знал, ну, сменили 1250, значит. Ладно, по себе я сменил 1250 за проеб к нему. Саня, добрая душа. Я чтоб по-честному было. Так, да, Паш, сейчас 5 секунд, может, один трай сделаем, два, мне просто тоже скоро уходить, потом пойдем дальше. На меня слышно? Этот. Да, да, жилец, 2,5 стар. Меня на мои наушники и микрофону пришла. А что, на ретрике нормально? Следующая КД на первого босса буду заходить в вару. Если вы не против будете. Да, да. Я у вас, блядь, потом, короче, это нахуй. Весь лут заберу, ребята, нахуй. Будет такой хуйной страдать. Так, подожди, и как ты с нами первый ШКД ходит? Не, вроде вообще. Нет, у меня 20 тысяч, ну типа. Первая. А, не первая. Подожди, или первая. Какой? А нахуя Юкати эту хуйня вообще? Ну, это бис на ретрика держу в курсе. Это хорошая. Хорошая. Не знал. У полок 10 раз. Какой? Полок 10. Как кожаные ДК, а еще есть. У него не сова, у него мейн танк. А блять, да ебните вы уже нахуй это.
Паладин, сколько ты максимум ставишь? Где ты? 20 тысяч. Зачем тебе перчатки? Пускай забирает за 12 каналов. Это обмен квадрату. Я дождусь еще своего руда, нахуй. Один хуй вы потом, блядь, вы поливаете, вы пропадаете, нахуй. А и я придут, с вами Андрюха, был. И другие придут, такие же. О, так слышно. Да, да, слышно. Ой, ебанут микрофон. Мне кажется, Андрей на хуешный стелка заберет быстрее. Тут бисовый. Дальше на танка 2,5 старт, так как у нас танка по моим тоже латника нет. 1500. Ой, 1250. Гудхелл 1250. Женек 1250. Женек 2. Ой, вот это. Гудхелл 3. Женек 5. Раз. Жена просто. Вот шпахту еще. Кидай обмен. Я не буду на успех там нахуй, до хрени пески. Good help танчишь нахуй, зачем? Я бы с радостью, но меня хилить заставляют. Так, минус 5 тысяч. Дальше. Тоже сразу 2,5 будет на оп. На мейн никого нет. Пизда, у меня сердце кровью обливается, вы гоните нахуй. Выберите мне глаза, чтобы я этого не видел. Снурки 5. Раз. Снурки. Нихуя. 10. Раз. Снурки 10. 2. Гудхелп, по-моему, 11 нет. 11 есть как раз 11. Нешуточная борьба, нахуй. Снурки 12. Раз. Снурки 12. 2. Снурки 12. Прикидай мне. Битва титанов. Не мне, не мне, Галин. Ща Егор плакать будет. Я на Легион пошел. Ребята, Егор, подожди, вместе пойдем. Не тому могу. Да, квадратом еще раз, Галин. Где там подушечка? Давайте возьмем в рейд ее. Ну, вот она уже в рейде. Этот топор 5000 на мейн. По-моему, в Вадюхе. А, тут миллион бонус. У меня есть. Мистер Бонд 5000 раз. Это тебе не пойдет, Бипорка. Тем более, у тебя не было в рейде. Женя, тебе на ОФ. Мэр Бонд 5000 раз. 5000. 2. 5000. А вы что, гоните за 5000 топор? А что, почему нет? А что, 5000 за топор, да? А что, ролим? Я что-то пропустил. 5000? Да ничего не ролим. Да топор, топор это ролит. А сколько цена-то, я что-то прослушал? 5000, тебе же сказали, роговский топор. Так на рога только мне, я так понимаю. А, ой, я что-то... Конечно, отдайте не, роги, не блядь, комбату. Так я дадут роги, блядь, хули вы строите тут детский сад? А, они, короче, думали, что это двуручный, понял? Да-да-да-да-да. Думал, что это одна ручка такая. Так сиди смотри, блядь, чат, а не щелкай там. Вот все теперь решал. Топор. А теперь топор 5000 старый двуручный. Ну-ка, нихуя. 26. О, нихуя себе! 26 раз, стайс 51 раз, 51, 2. Вот забавьте уже, блядь. Да чё 51, нахуй? 52, 3. Кидай. Стайс говорил, что играть не будет или будет, но... Ну, он по выходным может только играть. Стас. Ну давай тогда, пускай, чтобы потом разговоров не было. Не, типа, смотри, скажи, типа, если ты играть не будешь... Я говорю, что просто... потом... Я же говорю, я по выходным только играю, что кто там... Кто, кому нужен. Смотри, Стас, давай, я чтобы разговоров не было. Пойди, пойди, смотри, не разговор, я тебя просто спрошу, вот смотри-ка. Ты если будешь играть, ты сможешь вечерами рейдить, может тебе проще уйти в другую льду, и ты заберешь себе этот топор. Если ты вообще не сможешь играть, просто по выходным сможешь играть. Типа, я тогда лучше можешь уступить. Ему, да. Можешь уступить, типа, ну, именно в таком плане. Уступаешь еще или нет? Да, 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 забирай, пускай забирай.
Нурки 27. Раз. От Галины. Петра, блин. 27. 2. 27. 3. Кидай, кидай, мен. Имейте Жене ЕП, заебал. Надо этих приколов, блядь. Дайте ему нахуй этот топор, снимите ему до нуля, блядь, пускай, блядь, тогда. Да, разденьте. На Легионе будет играться и смотреть на этот топор, нахуй. Это да. Так, запы. Антовские. 2.5 старт. Ренессанс 5. Блин, ты что делать? Ну смысл? Я его не разрешу кидывать. Ну ставь вещи. Ну кидай. Ну ставь свой фулл ЕП и все, нахуй, поебать, что будет. Ренессанс, ты должен это запомнить, если в следующий раз ему смотку уступить. Кидай или нет? Ренессанс же суров, нет? А, ну кстати, да. Что-то не понимаю. Это ММ. Началась. Раньше на тоже нужно... Не, я за хантов не шарю, я просто думал то, что сурвы крит-хаст забиваются и все. Не, там тоже нужно, там нужно что-то 600 с чем-то РПБ надо. Да все, отдайте ему, он забрал нахуй. Следующие запы уйдут за 5000 мне, если Кадама не появится. Все, все очень просто. Я качну ханта специально. Давай, ебать нахуй, че. Ну просто смысл, ничего, мне сейчас ебать 40 тысяч, чтобы он поставил 43, ну там или 41, смысл, ну, цифры. Все правильно. Да все, уже все, давайте, скорее начнем. Дальше, только хилые рулят пока что. 2.5 старт. Мало, 3К. Раз, 3К. Два. 5, стой, не в тот чат, Винка. Сразу. Евгений, 11, Симор, у тебя сколько там, у тебя, по-моему, меньше? 11, у меня 8 все. Все, 11 раз, 12 раз, 12, 2, 12, 3, кидай же мне. А он 15. 15 написал по душечу. У нее же она не было на боте, она не может. Агроспирит у него просто, потому что. Вы, блядь, пал за ты жугу, тебя на. ГЦ. Да не. Ну, Санька, ты что-то начал ходить, поэтому нормально. Да, тут не проблема в другом, где он? Тиковские запы, 1250. Конкурс под мото выпал. Готков, 1250 раз, 1252, 1002. Готков 3 раз. Good help 3, 2, good help 3, 3, кидай мне. Нахера ты, Женя, на все спеки ролишь? И на ретрик, и на танка, и на ретрик? Я на ретрика не ролю вообще ничего, потому что я понял, что мне бесполезно. А танка мы вон с Саньком по РБКшкам ходим, так что... Слышишь? А если я теоретически попаду в рейд варом? Как я буду ролить, например? Вот. Ну, ты, я тебя спрашивал поэтому, какой у тебя будет мейн персонаж? Ну, то есть, приоритет будет еще ниже лоб пека тогда. Полторы минутки. Я понял. Подался. Дальше пояс кожаный, очень хороший, на мутика. 5К старт. Ой, 2.5 старт, ну и повод 5 стоит. Ренессанс. Этот пояс кожаный, чиночаич кольчужный. У повод 30. 32, 30.
Терри. Кидай, Андрей, обмен. Черти ебаные. А я мог забрать... А, нет, Андрей. Андрей, что ты ищешь? Ты что, там солишь это ЕП? Шахал на кожаный хватит. Есть. У тебя альтернативы на ретрике нету, кроме этого пояса. На данном этапе. Теперь пароль тебе, кому нужно боевые трофеи, только кто будет их использовать. Да, я тоже. Не, ну ты ж нормальный. Ты даже цифры не нажал. Я их буду в магазин. Марк, он нахерает тебе тогда. А Владюха тебе тоже нахерает, тебе 4-4. А что никто не кидает, я их продам в магазин. Так не работает. Скажи, Саш, можешь паролить, Саш, я мало ли больше за почту лучше. Кого, я? Да. Да я зачем? Все равно сейчас Т-10 выйдет, лучше Т-10 тогда купить. Mm. Не, уже, короче, нет смысла на Т-9 сливать. Да. Слишком дохуя. Давай на продажу паролим, Саш. На рыбу продам сам. Но. Все, кто у кого есть время потратить один ватерфай. Если не понимаю. Ну отдай могу, если хочешь. Влад, у тебя там что-то самое, что-то кряхтит. Это нажмите, да, у кого есть время сделать пару трая. Извинял, к сути, я не хватает. У меня есть время, но вы меня дальше не возьмете, потому что я бесполезен буду. У нас схило подушечка пришла, в принципе. Ну это понятно, но пока я КД резать тоже такое. Этот... А вам Редрик не нужен, но оно... Там ДПС нужен. Ладно. У тебя СТК. Ну Саня, я сейчас в этом рейде, я не вижу, что мы тебя доведем хотя бы до 4%. Нет, ДПС у нас есть, у нас хилов нету. Попробовать можно. А, у нас три паладина. Плюс три паладина, да. Плюс совы нет еще. Не, ну Андрея типа спекаем, получается. Нет, так это... И кого мы? Женька в танку. Короче, слушайте, что надо сделать? Надо сделать как минимум два трая. Похуй, убьем, не убьем, чтобы, блядь, вот те, которые новые пришли, увидели, что будет происходить, и, блядь, башку себе забили. Давай, ну, я понимаю, что это скоро уходить, но на 2 трая что-то не хватит времени, 20 минут или... Да просто... 20 минут есть. Я про то, что кто-то отошел уже, вон, притона нет. Нажмите, кто здесь, нажмите да. Притон, блядь, это... Давайте, кто там... Берите паладина, меняй притона и... Да, меняйте меня, потому что я сейчас... Я максимум тут умру. Оставайся с вами, чтобы увидеть, что было. Да, ты останешься лучше. Паладин, иди в рейд пока, джипорка. Притона кикнем пока что. Сальбатрай, погнали. Заходи. У меня саппортов нету, потому что... А, подушечки пока не будем вешать. Да. Мы почти 100% не убьем ануба. Сейчас просто, чтобы побить, посмотреть, и потом нормально. Ася пусть КД пока оставит. Если там нас не получится масло собрать, то пойдет. А? Масло есть? Масло, да, еще висит. Кто, блядь, кто такой хуйней страдает, вот честно? Какой? Блядь, Чернобыль, блядь, я не знаю. Ты ж вроде бы адекватный бываешь местами. Иногда. Суманите бомбы. Еще притон вынести, его кикнет. От чего ты в стильте, блядь, от чего? Ребят, починитесь, я джипса поставил. У тебя всего горит, нахуй. Ну все, теперь точно копия прорубь. А шо с этих рейдов, типа, ну... Рука-лицо. Не все такие скилловые, как ты, да? Ну копия прорубь, я тебе говорю. Ну да, конечно. Умирать тоже много раз, при том, что подряд. Прорубь красавчик. Прорубь сделал демона и ебашил. Все. Только за это он уже достойный человек. А где прорубь? А он заходит иногда. Иногда заходит. Он на рай вообще играет. Ну, то есть на ханте. Ну, Паша здесь. Паша, здравствуй.
Так, ладно, ставлю рыбу. Вкратце рассказываем, что здесь происходит. Андрюха, расставь метки, пожалуйста. Лук шести рыбу и рассказываем, что происходит. Пить под автан. Я уже метку ему крест. Давай, давайте, составьте, объясняйте же, ребят. Стационная печенька. Yes, и бойчику звездочка. А, у нас 5 килов. Ну давай пока 5 попробуем. Все равно тут танц убьем минимальный. А зачем звездочка на мне? Водить? Сейчас, бля, будет смешно, если она попадет, бля, вот я буду. Звездочка на мне, чтобы водить кого-то? Да, 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 чтобы за тобой как-то бегали. Квадрат, звездочка, печенье. Андрюха, прыг, танка прыг. Не надо, слушай, я странно стою. В смысле я в танка? Ты чё, Женёк, танчик пускай. А, ну окей, давай, Женёк. Чё? А почему, Андрюк? Сова нужна. Сова нужна. Ну, во-первых, нужна сова, во-вторых, у ДК, как ни крути, больше агронабор на пули, типа, чем у людей. Пусть учатся танчить, типа... Мы бы не все равно не убиваем. Кули там учиться, ебать, ЛПшку жмешь и все нахуй. Теперь слушайте по тактике, мы все будем начинать бить. Там поставь, Андрюх, еще трусики, где же меня конь держать. А, квадрат. В квадрате. Начинать будем в квадрате. Бой. Все бьем всегда по анубу. Будет выходить два моба, их напуливает. Слева будет напуливать Капанел, справа Ренессанс. Мы продолжаем бить ануба. Когда ануб взрывается, все люди выбегают вот сюда, вот примерно сюда, в эту точку. Потом ануб выбрал цель, все люди перебегают за лужу и играют по трэшу ауешками. Обязательно. Все играют по трэшу. Человек, которого выбрал ануб, бежит в район трусов. Там будет сбита лужа. Становится вот так вот перед лужей, на лужу не заходя. Ждет боба. Первый боб побежит, закинет Готхелп. Готхелп закинет боб. Первый. Вот. Сейчас вам подсветили. Готхелп закинет боб. Вы ждете окончания боба 2 секунды. Когда 2 секунды боба, забегаете только туда, на лужу. Все остальные люди приготовились. Мирики уже забежали на край лужи. Ануб будет выбирать следующую цель. Он выбрал следующую цель. Следующая цель будет взрывать в районе Луны. Здесь тоже будет разбита лужа. Вот так вот возле лужи становится. Можно с любой стороны. Только смотрите, следите, как оно пойдет. Он не должен проходить через крест. То есть вот здесь будет крест лужа. Вот эту лужу вы вообще никогда не трогаете. Ваша задача следующую Луне разбить. Вот, будет проходить ануб. Вы выбираете, подбегаете к Луне. Следующий закинет у нас Яката. Боб. Яката закинул боб. Ждем... Пока 2 секунды боба окончания, заходите на лужу. Потом третий человек просто убегает в сторону речки и раскачивает ануба, просто бежит от него. Потом ануб выкапывается, мы ставим его опять в квадрат, бьем, добиваем всех мелкий трэш всегда приоритете максимально быстро убить. И идем в квадрате, опять бьем ануба, опять две пачки мобов выходят, их напуливают, опять ануб взрывается, опять так же, взрываем в трусах первую лужу, в трусы побежит третий человек, получается, уже после второго заливания побежит депорка и закидывает боб в человека, которого выберет ануб. Это будет тоже про анонс. То же самое, ждет, пока ануб дойдет, 2 секунды боба, заходит на лужу. И опять потом четвертый человек закинет сосуны, взрывая примерно в уне. Потом третий после второй закопки убегает и раскачивает просто ануба. О, притон пришел. Ну ладно, пока так без него побьем. Потом добиваем мелкий трэш все и просто бьем ануба. Нам нужно будет его уже перевести на третью фазу. На третьей фазе нужно будет очень сильно всех прохиливать. Очень сильно всех прохиливать. Все должны будут выпить сапроты. Выпить сейчас сапроты на один трай. Два. И будем бить ануба. Нужно будет бить, ханты будут напуливать. Там уже большой трэш не трогаем. Тупо все бурцим по анубу. Все, ставлю рыбу. Будем пробовать. Сделаем два трая. Кидай пастырь, нет. Смак сейчас закинь по... О, блядь, я только по условию, наверное, скидываю инка. Никому толком ино не надо.
И масло все перемажьте. Да, Паш, успокойся, кидай мент быстрее. Бля, что в натуре надо пить сапог, да? Ну давай, я выпьем. 80 рублей. Бля, да не получайте, вы уже нахуй, блядь. Ты чё, 100 золота? 80 голды, ну. СС. Так, Таня, Мавар, никогда не закидываешь щиты в Петю. В Петю вообще не закидываешь щиты. Хорошо. Вообще. Вау. Ну все, СС, World Fear закинь на уфолога, Чернобыль закинь на Гудхропа какого-то. А просто зубы ему, если что, можно кидать? Зубы можно, а вот... Гудхелп и Женек в банке выпейте, блядь. И Гудхелп тоже щит свой нельзя на печи закидывать. Все, пошли все на позицию в сторону квадрата. Встань там ПС-ку с пула Влада закидывай, прям с пула. С первой секунды сразу закидывай. Все, хорошо. Не тупи. Да. Все, подошли все к Луне. Первый бок ЮПЭ-то дают, да? Женек, где в квадрате? Напинаю. Буревестник, кинь, пожалуйста, свои орехи. Таймер, если что, нет. Хорошо. Первый год хелп закидывает, бежит в трусы, потом закидывает эйката, потом бежит на второй фазе, после второй закопки, точнее, депорка, и последний в луну закидывает сосуну. Все, готовы? Сферу прикинь? Да. Сферу не надо трогать. Все. Все готовы? Да. Все готовы, джампул можно давать. Закидывай, Сань, КПС-ку. Рано пульнул. Блядь, а чё ж ты ему сферу эту не сбил? Ты ёбаный стыд, нахуй. Додик, блядь. Опять съебался, блядь, нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Тебе надо её грабить. Блядь. Сни-ка вы, блядь. Женёк, ты куда взял его? Ты куда с него держишь? Каштан, блядь, ты чё, не бил, что ли? Он спрашивал, как танковать? Вы ему что-то квадрат, сказали? Квадрат, ничего иди. Не сказали. Подождите, наверное, господи, вообще быстрее будет. Через сколько трэш? Через 12. Вот поэтому я не хотел ставить карты. Я предлагаю просто упасть. Петь, не сбивай карты, всё, потому что, блядь, просто пробьём время сейчас. Подожди. Вот поэтому я и говорил тебе, этому человеку надо по 10 раз пробить. Вот поэтому я и не женюсь. Вот поэтому, да, он и не женится. Ладно, я хотел подъебать сейчас, но не при всех. Меня подъебать хотел? Да ты хуй подъебешь, ты сам подъебаешь ходячую нахуй. Но у меня будет один трай, мне уже жена написала, надо выезжать будет скоро. Да, написал, вот поэтому я и не женюсь. Это чем было вовремя сказано. Заходите, последний трай сделаем, разберемся. Женёк, для тебя персонально еще раз, что тебе делать? Притон, заходи в рейд, Притон. Чернобылю надо убегать. Понял. Для тебя персонально еще. Короче, ладно, всегда в квадрате. Ну, давай, ты расскажи. Смотри, начну, блядь, с этого. Бухой. Ты, блядь, стоишь в кресте и в кресле рипаешь сферу, разбиваешь сферу. Тогда ты идешь бить босса, блядь, не обсуждают. Не делаешь этого, минус ИП, нахуй, все. На этом точка. Без проблем, блядь, давайте мне тогда. Я тебе повторяю. Я тоже повторяю, давайте мне, я буду это делать, фридом. Половина свободна. Слушай внимательно, дадут тебе фридом, не дадут, это тебе команда, ты, блядь, исполняешь, все, на этом точка. Не должно каких, блядь, проблем с этим быть, вообще никогда. Запомнил. Женя, танчишь, смотри. Внимательно, блядь, слушай. Стоишь, блядь, пулишь на слове пул, блядь, именно пул, чтобы, блядь, не сбить Пети таймер. Пулишь, короче, танчишь в квадрате.
соответственно, танчишь, никуда не ловишь. Ни на какие лужи никуда не ловишь. Всегда приводишь сюда, ну, в квадрат. Во всех фазах. Манекенишь. Есть для тебя моменты такие, как в обуе, стандартные моменты. То бишь, ты вот босс закопался, идешь ближе к кресту, и здесь чилишь, просто, блядь, чилишь. Если вдруг на тебя клинится меточка, типа череп. Соответственно, то бишь, тебе дают боб, ты, блядь, с бобом бежишь туда, блядь, в трусы и заходишь на лужу, типа. Понял, типа? Чтоб не затупил. Вешается череп, бежишь к трусам, блядь, дают боб, стоишь. Что? Запомнил, Жень? Окей, смотри. Дальше выкапывается босс, опять просто ловишь босса, ведешь квадрат. Больше ничего тут на этом боссе делать нехуй. Скажут, короче, на третьей фазе дать масс-сейв, тупо даешь масс-сейв. Все. Касаемо сфер, блядь, сферы никто не сбивает. Одну сферу сбивает у нас, блядь, бухой, это его цельноправильная задача. Все последующие сферы сбивают у нас определенно. Все, вы не трогаете сферы вообще, масса ауе скиллы не даете свои, блядь, вообще не рпи. Там условно Starfall, блядь, семечки и, блядь, моры, которые достают из сферы. Босс для вас манекен, условно, вы бьете, блядь, босса, отошли, блядь, убили трэш, зауешили. Вышел мелкий трэш зауешили. Повесилась на вас меточка, пошли, блядь, к луже рядышком встали, вам дали боб, вы постояли, блядь, на 2 секунды, запрыгнули в лужу. Все, блядь, пошли дальше бить босса. Других механик нету, ничего не придумайте, блядь. Все, манекен. Силы силят, блядь, ну, танк танчит, блядь, все, ничего сложного. Готовы, три механики, погнали. Блядь, условно три механики. Лапу. ДД дамажа, да, водит. Мой дик. Все, все готовы. Давай, Андрюха, добавим пол. Жень, не помни пули раньше. Первая секунда, и сразу тогда только пулишь. Давай. Егор, через 5 секунд. Кто-то что-то забыл дать. Да. Блять, кто уже сбил? Чья, вот чья, просто минус ТП, блядь, сейчас посмотрим, кто сбил сферу, нахуй. Ну это вайп, вы понимали, это вайп. Да не, можно еще отбежать вот здесь по стене. Какой нахуй отбежать, просто бейте, ну это вайп, типа, соответственно. Это уже лайк. Петю сложила. Тебе, Спортмак, ты как слушал вообще? Как ты слушал? Тебе сказали, сферы никто не трогает. Минус да? 2,5 золота. Да уже там сами времени нету, короче, да, падает типа. И посмотри, кто был, сбил сферу, либо не минус 5000 нахуй. Спортмак ты сделал. Ну, минус 5000, ебейся. Сейчас один человек говорил, все остальные молчали. Сказали, что вбиваю сферу только я. Да, это все слышали. Первый сферу за ДК гриппу это убиваю. Да тут даже слышал, не слышал, тут, блядь. Который раз здесь люди находятся? Да. Первый раз. Да. Да-да. Это допронос на какой день, пацаны? Не будет допронос. Чего? Не будет допронос. Почему не будет? Будет допронос, Женя, не байте нахуй. Да. Короче, сами там поставить, когда будет допронос. Смотрите, блядь. Будете вести вот себя вот так, блядь, короче, ну типа, окей, у нас сейчас с людьми сложно. Но рано или поздно эти люди наберутся, блядь. Будете вот так себя вести, короче, похабно, не слушать, типа, придумать свое, типа, блядь, высказывать, типа, свое мнение, типа, вы лучше что-то знаете. Вы либо, типа, нормально критикуете, адекватно, типа, ну, предлагаете предложение, либо исполняете то, что вам говорят. Тут другого не дано, понимаете, вот тут, короче, три механики просто, это босс для вас манекены, для вас максимально все упростили, есть блок танк, блядь, есть силы, блядь, больше ничего делать не надо. Просто бьете, блядь. Не будете это исполнять, блядь, будете просто лутать минус ТП до того, блядь, пока не получите, короче, ноль, блядь. Либо сами не любнете дильги.
Вы просто тратите чужое время, блядь. Не цените не свое время, а тратите чужое время. Фростмах, я сам говорил сейчас, все озвучил, блядь. Если ты не слушал, ну это лично твоя проблема. Спасибо, что... Вот это распиздяйство, там типа туда-сюда. Бухой, хочешь фридом, блядь, попроси фридом. Не должно каких-то там, блядь, быть споров. Попросишь просто персонально любого рэперика. В прошлом КД, когда сюда ходил и гриппал, я это озвучил многократно. Все палы меня нахуй слали. Ну, значит, бьешь меньше. Смотри, тебе предъявил по ДПСу была хоть раз? Нет. Ну тут в чем проблема? Зарипнул, сделал свой дело, пошел бить нахуй. Нахуя возмущение вот эти, блядь, высказывания? Я же тоже теряю ДПС, когда бегаю, сферки сбиваю. Ну это похер, вообще главное, что бить. Это ДПС, который я теряю, можно не терять, если дадут паладин всего лишь один блядский фридом. А ну это типа, смотри, претензии к паладинам тогда. Ну задачу, которую тебе сказали, нужно же ее по-любому выполнить. Короче, по поводу... Простите, какие нахуй претензии к паладинам? Тебе сказали, из тебя спроса нету. Даже если тебе не кинули фридом, нахуй, молча проглотил эту информацию, сбил сферку, нахуй, пошел бить босса. Нахуя вот это раздувать второе КД в подряд, блядь, этот фридом? Да ладно. В личку, нахуй, паладину напиши, если не даст, нахуй, не даст. Все, похуй. С тебя спроса нету. Нахуя раздувать проблемы, я не понимаю. Да все, успокойтесь, че. Короче, когда допронос будем делать? Когда все плюс-минус смогут? Вторник, там, среда. Все, у меня все. Это РО? Ну, да. Это РО, да. Контракты кто пойдет? Хилить и два ДДшника. Короче, вторник или понедельник будет допронос на новое. Ой, вторник или среда, точнее, будет допронос.